Харе Кришна, Дьягуру Махарадж. Гуру Дев, your mic, please. Your mic is on mute. Гуру Махарадж, please unmute your mic. Hare Krishna, Guru Dev. Your mic is mute, Guru Maharaj. I don't have much power. I'm sorry, I forgot to bring my charger to charge my phone. And I don't have much power in my handphone, so I don't know how long it will last. Oh. Yeah. Maybe somebody can bring you your charge. No, I'm away in another place. My charger's over in another place. Unless I get somebody else's phone. I'll just see if I can get somebody else's. Regina, okay. Take it. What is in quite. 多少？他们的这么715。715。7151。7121。2416。1121。按照着你的名字，你才够，让他加你为号。 Guru Maharaj, Guru, okay. Yeah. Maybe somebody can give you the phone. Yeah, I got a phone now. Yes, it's fine. Okay. Okay, can you hear me? Yes, Gurudev, we can hear you. Okay, Hare Krishna. Gurudev, okay. is it Rajendra Prabhu was nearby you? Yeah. Hare Krishna. So nice to see him. Okay, so we're reading the Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 19, Text Number 5. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь первая, глава 19, текст 5. Ato vihaye mam anam cha lokam vimashito he yataya purastat krishnam grisevam adimanyamana upavishat prayam amartrita nadyam. Okay. Translation.
You read, Audrey. Ага. Перевод. Шримад Бхагаватам, песня 1 глава 19, текст 5. Махараджа Парикшит сел, приняв удобную позу на берегу Ганги, чтобы сосредоточить свой ум на сознании Кришны, отказавшись от других методов самосознания. Поскольку трансцендентное любовное служение Кришне – высочайшее достижение, превосходящее все прочие методы. Purport also, Гурмарадж. Yeah. Комментарий Шрилы Прабхупады. Такого преданного, как Махараджа Парикшит, ни одна из материальных планет, даже высшая из них, Брахмалока, не привлекает так, как Голока Вриндавана, обитель Господа Кришны, предвечного Господа и изначальной личности Бога. Земля – одна из бесчисленных материальных планет. Во Вселенной. Которых в Махататве тоже бесчисленное множество. Господь и его представители, духовные учителя, ачарьи, утверждают, что ни одна из планет во всех бесчисленных вселенных не пригодна для преданного. Преданный всегда стремится вернуться домой обратно к Богу, чтобы стать одним из спутников Господа и занять положение слуги, друга, отца, матери или любящей супруги Господа на одной из бесчисленных планет Вайкунтхи или на Голоке Вриндаване, планете Господа Шри-Кришны. Все эти планеты вечно пребывают в духовном небе, Паравьёме, которое находится по ту сторону причинного океана, расположенного в Махататве. Благодаря накопленной добродетели и высокому рождению в семье преданных вайшнавов, Махараджа Парикшит уже знал об этом. Вот почему материальные планеты не представляли для него интереса. Современные ученые страстно желают достичь Луны с помощью материальных устройств, но они не способны даже вообразить себе высшую планету этой Вселенной. Однако такого преданного, как Махараджа Парикшит, абсолютно не интересует Луна, как в сущности любая другая из материальных планет. Поэтому, когда ему сказали о дне его смерти, он стал тверже в трансцендентном любовном служении Господу Кришне и решил соблюдать строгий пост на берегу трансцендентной реки Ямуны, протекающей недалеко от столицы Хастинапура, штат Дели. И Ганга, и Ямуна – реки Амартья, трансцендентные. И Ямуна даже более священна по следующим причинам. Окей. Омма гьяна тамарандасья гьянанджана шалакая чаксурмилитаньена тасмай шри гурве намаха ванчакалпатарубьясча крипасандубаевача патитанам паванидью вайшнавидью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Shri Advaita Gadara, Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing how Maharaj Parikshit prepared himself for leaving the body. Итак, Махарадж готовился к оставлению тела. And most important is what was his mental attitude. Самое важное это было его ментальная привязанность. Most important for him was he didn't want to come back to this material world. Самое важное, что он не собирался возвращаться в этот материальный мир. He desired to go into the spiritual world and be with Lord Krishna in the spiritual world. Его желание было вернуться в духовный мир Господу Кришне. Maharaj Parikshit had he'd already heard about how the material world is the place of birth and death. But beyond the material world is the spiritual sky where there's eternal life.
Махараджа Парикшит уже знал об этом мире, как о мире рождения и смерти. Но выше этого мира существует духовное небо, обитель вечной жизни. So, Maharaj Parikshit was, he was very clear about what his duty was, what he wanted to do, where he wanted to go. Поэтому Махараджа Парикшит ясно понимал, что его ждет, какова его задача и куда он направляется. Prabhupada says, he comments in the purport about how this is the value of taking birth in a good family of devotees. Шрила Прабхупада говорит в комментарии о том, как важно родиться в семье преданных. In the good devotee family, that everybody knows about what death is. That death is simply giving up one body and taking another body. И хорошо, семье преданные знают, что такое смерть. Смерть — это всего лишь смена тела. So devotee is very careful to fix his mind on the lotus feet of the Lord. With the end of his body, he just simply wants to fix his mind on the lotus feet of Lord Krishna. Таким образом, преданный очень старательно старается сосредоточить свой ум на лотосных стопах Господа, особенно в момент смерти. Prabhupada talks about how scientists are all talking, they talk about the moon and going to the moon. But Prabhupada says, Maharaj Parikshit, you've no interest in the moon. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что мирские ученые страстно желают достичь Луны. Но такого преданного, как Махараджа Парикшит, Луна абсолютно не интересует. Of course, in Prabhupada's time, you know, there was all the talk about people going to the moon, that they claimed that people have gone to the moon. So that was big news in Prabhupada's time. So Prabhupada is commenting on this. Во времена Прабхупады полеты на Луну это было нечто новое, это было сенсационное, поэтому Шрила Прабхупада включил эту тему в свой комментарий. Nowadays we don't hear much about the moon. There's no talk about the moon. It's all forgotten about. Nobody thinks about the moon. Everyone's just trying to be happy here on earth. Сейчас же все стараются, сейчас никому дела нет до Луны, сейчас все стараются обрести счастье на Земле. And people want to just live here, they want to try to live here forever on the earth planet. И люди искренне надеются на то, что они будут вечно жить здесь, на Земле. But a devotee of Krishna understands the laws of the material nature. That, as Krishna says in the Bhagavad Gita, one who takes birth, he has to die. Jatashihi dhruvam rajyu dhruvam janma mritashyata. Death is inevitable for everyone. Но преданный очень хорошо понимает законы Бога. И, как говорится в Бхагавад-гите, тот, кто умрет, обязательно родится. Поэтому рождение и смерть неизбежны. So, devotee is not thinking just to have a long life. Materialistic people, they like to have a long life. Преданный не задумывается о том, чтобы обрести долгую жизнь, о которой так страстно мечтают материалисты. In Chinese, when you want to give blessings to someone in Chinese, you bless them, may you live as long as the South Mountain. As which mountain, Guru Maharaj? The South Mountain. Ага. В
тайской культуре есть такая пословица, когда хотят дать какое-то благословение, говорят: «Живи долго, как южная гора». A mountain, of course, the mountains live for a very long time. Ни для кого не секрет, что горы очень долго существуют. But in the Prabhupada says, what's the value of a long life? Like a tree or like a mountain, what's the value? He said, it's not the long life which is important. What is important is the consciousness. Но Шрила Прабхупада говорит, какой прок в вечной жизни, в долгой жизни? А самое главное – это наше сознание. If you just have a long life and you only think about eating and sleeping, then that's what, that is just animal life. Если вся жизнь протекает только вокруг еды и сна, то какой толк в долгой жизни? Это животная жизнь. There are many creatures in the sea. You get these some turtles in the sea. They're hundreds and hundreds of years old. Есть много разных живых существ в море, например, какие-нибудь черепахи, которые живут по несколько сотен лет. And the same way, sometimes that you get birds which are very, very old. They say in, there's a story that there's birds which come to these temples in India, and the same bird has been coming for thousands of years to the same temple. Birds? You know what you mean? Yes. Yeah, bird. Как я понимаю, птицы. Есть птицы, которые очень долго живут и которые прилетают в храм тоже по много лет. So Maharaj Parikshit knows he's going to give up. He's been cursed to die, but he's taking advantage of that curse to go back to Godhead. Итак, Махарадж Парикшит был проклят на смерти, но он решил использовать во благо это проклятие для того, чтобы вернуться обратно к Богу. Now sometimes people, even our own devotees, sometimes devotees feel that, oh, well, Prabhupada, he was born in a devotee family, so from his childhood he learned about Krishna, but we were not born in devotee family, so we never learned about Krishna. Иногда даже преданные огорчаются, думая, что вот, например, Шрила Прабхупада родился в семье преданных, и у него с самого детства была возможность узнать о Кришне. В то время как мы не имели такого рождения и слишком поздно узнали. But actually, devotee also we're fortunate because we take initiation, and when we take initiation, that's the second birth. Но мы как преданные очень удачливы на самом деле, поскольку мы можем получить посвящение, и получая посвящение, мы получаем второе рождение. That second birth that gives us the opportunity to connect to Krishna, to learn about Krishna consciousness and about the spiritual sky. И это второе рождение дает нам редкую возможность узнать больше о Кришне, обрести сознание, чтобы вернуться в духовное небо, узнать больше о нем. Prabhupada taught us a Bengali saying. The Bengali saying, they say, Janami janabi sabi pita mata pai, Krishna guru nahi mili bhaja hari ai. The meaning is that every living entity has a mother and father. But only a fortunate living entity gets a spiritual master. And by the grace of the spiritual teacher, then they can get Krishna. А Шрила Прабхупада приводил нам иногда бенгальскую поговорку о том, что каждое живое существо имеет отца и мать. Но наиболее удачливое живое существо имеет духовного учителя, и по милости духовного учителя обретает Кришну. So Krishna consciousness is something very special.
We have to make proper use of it. Итак, сознание Кришны — это очень особый и ценный дар, и мы должны правильно его использовать. We have to we have to prepare ourselves for the end of life, for leaving the body. Мы лишь должны подготовить себя к завершающему возникновению оставления тела. And that time will come for all of us one day. И этот момент обязательно наступит для каждого из нас однажды. So we prepare ourselves throughout our life for that time. И подготавливать себя мы должны в течение всей жизни, каждый день к этому. Just like if you study at college, you have to study regularly. When the examination comes at the end of the year, then it's not very difficult. Например, как учеба в колледже. Если вы занимаетесь усердно и регулярно, то вы без труда сдадите экзамен в конце года. But if you haven't been studying regularly, then you have to really make a lot of effort to try to get yourself ready for the final exam. Но если вы не занимались регулярно и усердно, то вам придется потратить немало усилий, чтобы подготовиться к экзамену. So in the same way, if we practice Krishna consciousness throughout our life, then it's not very difficult for us at the end of life. Точно так же мы практикуем сознание Кришны в течение всей жизни. И тогда нам не трудно будет сдать последний экзамен. At the end of life, we can just simply, we understand, we're ready to give up the body, to go back to God. В конце жизни мы просто будем готовы оставить тело в сознании Кришны. We're ready to go to be with Krishna. Тогда мы будем готовы быть с Кришной. We know. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery, places of suffering. Мы знаем, что в материальной вселенной с высших и до самых низших одни страдания — это место страданий. So, as a devotees, we follow this example of Maharaj Parikshit to prepare ourselves to hear and chant, to absorb ourselves fully in thought of Krishna. Maharaj Parikshit полностью занял остаток своего времени, сосредотачиваясь на Кришне. Tamal Krishna Goswami was describing Srila Prabhupada's life. He said it was like a man who was running a marathon race. Tamal Krishna Goswami описывал жизнь Прабхупады, сравнивая с человеком, который участвует в американских гонках. The man runs a marathon race, he has to run. But when he comes to the end, the final lap, then he tries to make greater effort, goes even faster. Человек, который участвует в этой гонке, в забеге, он бежит, но когда остается последний круг, то он начинает бежать еще быстрее. So, of course, he has to keep some energy for that final effort, for that final sprint at the end. Разумеется, для этого требуется распределять, экономить энергию для того, чтобы на последнем круге выложиться на все, во все, полностью выложиться. Srila Prabhupada was like that. When it came to the end, Prabhupada was just pulling everything. He was going as fast and doing as everything he possibly could. He got the devotees to publish so many books in a very short time.
Шрила Прабхупада точно так же действовал на последнем отрезке жизни. Он делал максимально, напечатал так много книг, успел так много сделать, оставил после себя стольких преданных. And then we saw Srila Prabhupada how just at the end of his life he was still translating, even though he was on his deathbed. He was still trying to translate books and he was giving instructions. До последней минуты ухода из тела Шрила Прабхупада продолжал переводить, даже на смертном одре продолжал давать наставления и записывать комментарии. But then, most of all, he wanted to hear the Hare Krishna mantra. Но больше всего на свете он хотел слушать Хари Кришна мантру. And he would have devotees come into his room to chant the holy name and do kirtan for him. Поэтому он приглашал постоянно преданных приходить, собираться у него в комнате и воспевать Хари Кришна мантру. So here we see Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit is being cursed for some tiny fault on his part, a tiny mistake. He got the heaviest punishment. Здесь мы видим Махараджа Парикшит получил проклятие за, казалось бы, незначительное прегрешение. So it appeared like a punishment, but actually it was a blessing. Because it was an opportunity for him to give up everything and take shelter of Lord Krishna. На первый взгляд, это выглядело как наказание, но на самом деле это было благословение, которое дало ему возможность сосредоточиться на Кришне, отрешившись от всего материального. And Lord Krishna also arranged for Sukadeva Goswami to come there and instruct him for 7 days. И Кришна так устроил для Махараджи Парикшита, что в этот период, в этот момент появился Сукадева Госвами и находился в свое время рядом с Махараджем Парикшитом, давая ему наставление. So we see sometimes things which seem to be harmful, which seem to be not good, that they're, sometimes they're actually a blessing in the end. Как часто бывает, что в нашей жизни кто-то может казаться не очень хорошим, очень тяжелым, но в конце концов это может стать благословением. Just like sometimes when Krishna takes everything away from us, it's a blessing. Так, например, как если Кришна что-то забирает у нас, в конечном счете это становится благословением. Yes. Krishna took everything away in order that the devotee could come more, take more shelter of Krishna. Эти обстоятельства только помогают преданному сильнее принять прибежище у Кришны. Srila Prabhupada said Krishna took everything away from him when he was in family life. Krishna took away his family, took away his business, he took away his money. Prabhupada lost everything. Шрила Прабхупада говорил, что Кришна забрал у меня все, чтобы я смог отречься от семейной жизни. Он забрал у меня семью, он забрал у меня бизнес, он забрал у меня деньги. So Prabhupada said Krishna took everything, but he gave much more than he ever had. Таким образом, Прабхупада говорил, Кришна забрал у меня все, но взамен дал гораздо больше. He gave Prabhupada a house, a home all over the world. Он дал в итоге Прабхупаде дом по всему миру. And he gave Prabhupada also children who loved him more than his own children. И Кришна дал Прабхупаде детей, которые любили его сильнее, чем его собственные сыновья. And So Prabhupada saw that Krishna took away things which were very insignificant, but he gave him much, much more than he ever had. Таким образом, Прабхупада видел, что Кришна забрал у него вещи, которые, в общем-то, были
не такие значительные, но взамен дал даже больше, чем он имел. So some, when somebody surrenders to Krishna, it's never a loss. Если кто-то предается Кришне, он ничего не теряет. And here we see Maharaj Parikshit is preparing himself for leaving the world. Здесь мы видим, как Махараджа Парикшит готовится оставить мир. He's given up the throne. He's given up all the royal ornaments, all the paraphernalia of being the king. Он отрекается от своего трона, от своих царских регалий, царской власти. And now he's gone. He's also fasting. He's given up the desire to even eat. Он собирается поститься, чтобы освободиться от желания есть. So he's teaching all of us how to detach ourselves from the material body at the end of life. Это пример для каждого из нас, как отрекаться от материального тела в конце жизни. So of course this is one lesson which I said we all have to prepare for. Это самый важный урок, к которому каждый из нас должен приготовиться. Sooner or later we all have to give up the material body. Рано или поздно каждый из нас оставит это материальное тело. So we have to be ready. But this, whenever Krishna tells us time is up, we have to recognize the need to just simply absorb ourselves in hearing and chanting. Мы не знаем, когда наступит этот момент, поэтому должны всегда внимательно слушать и воспевать. We saw Bhakti Tirthar Swami. When Bhakti Tirthar Swami was in his final stages of cancer, how he prepared himself. Мы видели, как Бхакти Тиртха Свами, имея последнюю стадию рака, подготавливался к оставлению тела. So Bhakti Tirthar Swami, he said, we don't want to have any bad feelings towards anyone. Бхакти Тиртха Свами никому не испытывал никаких недобрых чувств. If you keep any bitter feelings towards anyone in your heart, then it will definitely affect your progress back to Godhead. Если в вашем сердце нет никаких недобрых чувств по отношению к кому бы то ни было, это будет существенно ускорять духовный прогресс. So we always want to also be able to be ready to beg forgiveness and make sure we have a nice relationship with all the devotees. Поэтому мы должны всегда поддерживать очень хорошие, добрые отношения с преданными и просить прощения в случае каких-то неправильных действий. And we saw that was one thing Prabhupada did. That Prabhupada, when all his god brothers came to see him, before he left the world, Prabhupada begged them, he said, if I've committed any offenses against you, please forgive me. У нас есть пример Прабхупады, когда его духовные братья собрались перед ним, его последние дни ухода, он обратился к ним и сказал, какие оскорбления, какие бы оскорбления я ни совершил по отношению к вам, пожалуйста, простите меня, каждый из вас. So it's very important we have nice relationships with the devotees. Поэтому очень важно, чтобы у нас были хорошие, теплые отношения с преданными.
So we always want to try to do some service for the devotees. We say by serving the devotees, it opens the doors to liberation. Мы должны стараться искать возможность совершать служение преданным. Служение преданным открывает для нас двери к освобождению. And Prabhupada also said, you know, after he left the world, Prabhupada had instructed the devotees that there should be a nice space in his honor and invite everyone and feed them all nice prasadam. And ask them all to give blessings for the departed soul. Прабхупада давал наставление, как провожать ушедшего вайшнава. Необходимо собрать всех, угощать просадом и накормить всех и просить благословения ушедшей души. So Krishna consciousness is practical philosophy teaches us how to live in the world and teaches us how to leave the world also. Сознание Кришны – это очень практичная философия. Она учит нас, как оставлять мир и как жить в мире. We have a good life in this world. We can have a good life in the next world also. Мы создаем себе хорошую жизнь, пока мы здесь, и также заботимся о том, чтобы создать хорошую жизнь за пределами этого мира, после этой жизни. Jiva Goswami gives an example about the astrologer who came to the town, and he was asked to give predictions for the different people in the village. Джива Госвами рассказывал историю, как один астролог дал разные благословения разным людям и жителям деревни. So the first one was the son of the king. He said, the king's son, may you live forever, don't die. Один из таких жителей был сын царя. И ему астролог сказал, живи вечно. Yeah, we say Rajaputra Charanjiva. May the king's son live forever. Этот астролог сказал Rajaputra Charanjiva, сын царя живи вечно. He should live forever because he does so many bad things that when he dies, he'll suffer so much. Живи вечно, потому что после этой жизни ты будешь сильно, иначе после оставив эту роскошную жизнь, ты будешь сильно страдать. And the Rishi's son, may your death come soon. Majiva Rishi Putraka. May the death of the Rishi come soon, because the Rishi's son is doing so much austerity that it will greatly benefit him in the next life. Второй, кто был, это был сын Риши, сын мудреца. И астролог сказал ему, Наджива Риши Путрака, сын Риши, пусть твоя смерть наступит быстрее, потому что сын Риши, он совершает много аскез, тем самым подготовляя себя к лучшей жизни в дальнейшем. Yeah, because the Rishi's son living in the forest, he never does anything sinful. He's living very simply, very austerely. So next life you'll get the benefit of all that austerity. You'll get a very good birth in the next life. Поскольку сын Риши живет в лесу, он очень просто живет, очень аскетично, то таким образом он подготавливает себя к более лучшей жизни в будущем. И там он получит большое благо за все эти аскезы. And then Jiva Goswami says, the butcher's son, he shouldn't live, he shouldn't die, because he's living in hell. When he dies, he'll go to hell. Джива Госвами дальше рассказывает про сына мясника. Ему не следует ни жить, ни умирать, иначе за свою ужасную деятельность в этой жизни, которую не стоит совершать в следующей жизни, вернее, после этой жизни он отправится в ад.
But for the devotee, it doesn't matter if he lives or if he dies. Но для преданного не имеет значения, будет он жить или умрет. Because the devotee is living very nice life every day, eats prasadam, chants Hare Krishna, sees the deities, hears the Bhagavatam. It's a very nice life. Преданный уже в этой жизни живет хорошо, но ест прасад, он слушает Бхагаватам, он созерцает божеств. And next life he'll go on to be with Krishna, serve Krishna in the spiritual world. А в следующей жизни он уходит в духовный мир и служит там Кришне. Okay. So Maharaj Parikshit said he's certainly fortunate soul, a great soul, and he's going to go back to Godhead. But first he's going to hear Srimad Bhagavatam. А что же Махараджа Парикшит, он очень удачливая душа, и в этой ситуации он готовится слушать Шримад Бхагаватам. Okay, so we'll stop here. Здесь мы остановимся. Any questions? А, может быть, есть вопросы? One question in the chat from Mataji. Нитай Патни. Мои поклоны. Вопрос, как предлагать Богу Говардхану и как другим божествам, так как сегодня мы поклоняемся Говардхану отдельно. The question from Mataji Nitai Patni. My obeisances. My question, how should we offer Бога to Govardhan and how should we offer Бога to other deities? Because today Govardhan Puja and we making offerings to Govardhan separately. Well, you can offer to Govardhan. Usually the Govardhan itself is an offering. That it's an offering of Boga, right? We make the hill out of all the Boga. And then we if you have a Govardhan Shila, you can place a Govardhan Shila on the hill. But we offer the food to Prabhupada, and Prabhupada will offer it to his guru, and it will go through parampara, will go to Krishna. So Govardhan Hill is not different from Krishna. Необходимо всю эту бхогу предлагать Говардхану. Говардхан ее сегодня принимает. Нужно поместить Говардхана на холм. Этот холм должен быть Бога, мы его предлагаем Говардхану. В любом случае, мы предлагаем это Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада предлагает через Гуру Парампары к Кришне. Говардхан не отлично от Кришны. Надеюсь, вопрос понятен, или ответ точнее. Если будет что-то непонятно, пожалуйста, задавайте дальнейший вопрос. Я так понимаю, что есть еще вопрос к другим божествам, да? То есть, может быть, речь идет о храмовых божествах или как? Если что, уточните вопрос. Харе Кришна, мои поклоны. Да, вот алтарь, он отдельно как бы стоит с божествами. Ну да, Раганада, Ладея Субхадра. Это храмовые божества или домашние? Домашние божества. И Говардхан, он как бы отдельно на столе стоит. Поэтому непонятно, сначала Говардхану предлагать, потом божествам. Или как это делается? Я понял. The second part of question. And how should we properly offer bhoga to home deities? For example, lady has home deities, but today she made a separate altar with Govardhan. Should she offer some food to home deities, Jagannath Baladev Subhadra, or today just offer all food to Govardhan?
Yeah, we usually also offer something that you have to offer to the deity. You're doing deity worship. You have to maintain the deity worship. Безусловно, так как у вас есть поклонение божествам, то нужно, разумеется, сначала предложить божествам что-то, так как у вас есть какой-то стандарт поклонения божествам, а остальное уже предлагать Богам. You can offer the whole Govardhan hill to Jagannath. Вы можете предложить весь... you mean offer all bhogas for Govardhan to Jagannath? Yes. Ага. А вы можете предложить всю бхогу для Говардхана Господу Джаганатхи? Спасибо большое, Хари Кришна. Стало понятно, Маджин, какие-то понимания есть? Что-что? Стало все понятно или какие-то недопонимания остались? Ну, преданные парад. Ничего не слышу. Какой-то шум. Хари Кришна. Маджини Драпатни. Ладно. Так, следующий вопрос. Next question, Гурмадж. Следующий вопрос с Маджи Карпур Манджари. Вы прочитаете или прочитать? Вас плохо слышно, я могу прочитать. Да, лучше вы прочитайте. Хари Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста, ваше святейшество, спасибо за лекцию. Равноценно ли сосредоточение ума на лотосных стопах Господа и сосредоточение ума на звуках святого имени в момент смерти? The question from Madhji Karpur Manjari. Hare Krishna, my obeisance to your holiness. Thank you for your class. My question does equal fixing mind on lotus feet of Krishna to fixing mind on holy names at the time of death. Sorry, Prabhu. I repeat question, Guru Maharaj. Hare Krishna, my obeisances, Your Holiness. Thank you for your class. My question, it does equal fixing mind on lotus feet of Krishna and fixing mind on vibration of holy names at the time of death? The same thing. Равноценно. If you chant the holy name in that mood of pure devotion, that the mood of service to Krishna, then that's the lotus feet of Krishna. You chant the holy name in the mood of servant of Krishna, that is serving the lotus feet. Это равноценно. Если мы воспеваем святое имя с чистой преданностью, с желанием служить Кришне, быть в настроении чистого слуги Кришне, то это все равно, что служить лотосным стопам Кришны. Thank you very much. Next question, Маджива Тишачи, ваш вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны со слова Шри Прабхупаде. У меня вопрос по третьей песне Шримад Бхагаватам о Девахуте. Описывается, что живя с Кардамой Муни, она стала очень истощенной, слабой, что волосы ее были грязными, одежда ее тоже стала грязной. И вот мне как-то не очень понятно, почему она оказалась в таком жалком состоянии, поскольку, ну, то есть у нее не было каких-то таких тяжелых обязанностей, судя по всему, да, у нее не было детей, там большого дома, за которым можно как-то присматривать.
И почему она, получается, не соблюдала принципы чистоты, если вот говорится, что волосы ее были грязные. Может быть, она просто не очень хорошо себя чувствовала, живя в хижине мудреца после дворца. Вот, ну, такой практический какой-то такой вопрос родился. Харе Кришна, Адия Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances, Садгуру Шрила Прабхупада. Гурудев, my question is about the third canto of Shrimad Bhagavatam, about Devahuti. It is described that living with the Kardama Muni, she became very weak, very... so your hair were... her hair was dirty, her clothes also were dirty, like this. And she was very emaciated and so on. So I cannot understand really what was the reason of her condition. Such a pitiful state maybe. And because she had no children, she has no big house, she has only husband who were the sage, and he were in meditation, I think, all the time. So she has had no so much duty to take care about him. And what was the reason of her condition? Maybe she didn't feel very good living in the small house after the palace. So, this is some practical question. Well, the mood. Devahuti, she'd come to live with Kardama Muni in the jungle, right? Devahuti was the daughter of Swayambhuva Manu. She was a princess and she came from great opulence. And now she's living in the jungle because her father, it was arranged she would marry Kardama Muni. So they lived together in the jungle. So it was a big change in her lifestyle. So naturally she would lose weight and become very thin. Напомню, что Девахути была замужем за Кардама Муни и должна была жить вместе с ним. Она была дочерью Свайамбхува Ману, она была принцессой с большим богатством, большими достояниями. Но она, как жена, жила в джунглях вместе со своим мужем Кардамой. И это большие изменения в ее образе жизни. И поэтому она похудела и выглядела не так аккуратно. Hare Krishna. Yes. Next question, Guru Maharaj. Yeah, okay. Саша Прабу, ваш вопрос. Hare Krishna, ваше святейшество, пожалуйста, примите мой поклон. От страха смерти кто избавляет гуру? Может быть, я прослушал лекцию? Простите, пожалуйста, можете раскрыть этот вопрос? The question from Alexander Prabhu. Your Holiness, please enlighten me, who save us from the fear of death? Hare Krishna, Guru Maharaj, can you hear me? Yeah. Should I repeat the question? Yeah. The question from Alexander Prabhu. Your Holiness, please enlighten me. Who save us from fear of death?
Who save us from fear of death? Well, Prabhupada said that at the time of death, everyone's afraid. He said that is natural. It's a natural phenomena that we'll be afraid at the time of death. But devotee, we read about Dhruva Maharaj, you know, death personified appeared before him. He simply stood on the head of death personified and he got in the airplane to go to the spiritual world. Шрила Прабхупада объясняет, что страх в момент смерти это достаточно естественное явление, естественный феномен. Но у преданного это немного по-другому. Например, Друва Махарадж, когда он всходил на Виман, который должен был его доставить в духовный мир, он в качестве ступеньки использовал голову олицетворенной смерти. And when we take shelter of Krishna, then fear personified is afraid of Krishna. Когда мы принимаем прибежище у Кришны, то нам нечего бояться, а сам олицетворенный страх ищет защиты у Кришны и боится его. So, devotee has devotee takes shelter of Lord Krishna, protects him from the fear of death. Преданный ищет у прибежище у Кришны, который защищает его от страха смерти. Everyone's afraid of Yamaraj, right? Yamaraj, the god of death. But the devotees, that Yamaraj is also a devotee, he's a great devotee, and the chance to enlighten him for the. I don't know how much devotee has to be afraid of death. But if we take shelter of Lord Krishna, it said devotee doesn't go to Yamaraj because the devotees are wearing the neck beads and because devotees are marked with tilak and they're chanting the holy name. So they don't go to see Yamaraj. It's only the sinful people who go to Yamaraj. Of course, the devotees still have to die. They have to give up the body, but they're not going to be punished. Like ordinary people, sinful people. Я не знаю. Все преданные, все люди боятся Ямараджа, потому что Ямарадж повелитель смерти. Но преданный не боится Ямараджа, потому что Ямарадж это тоже преданный, великий преданный. Я не знаю, насколько преданные боятся смерти. Дело в том, что Ямарадж не забирает преданных, не наказывает преданных. Безусловно, преданные умирают, они оставляют тело, это факт. Но так как они носят кантималы, так как они повторяют, так как они украшают тела тилаками, так как они повторяют святые имена, то Ямарадж не приближается к ним, по крайней мере, он не наказывает их, так как мирских людей. Okay. Это понятно? Спасибо. Thank you. And я просто next. Думал, что... Я думал, что когда человек вспоминает о гуру, может быть, тогда у него вот этот страх уходит. I thought maybe devotee fixed mind on a guru, but then also fear of death give away. What? Alexander said, I thought that maybe when devotees think about guru, fixed his mind on a guru, then also fear of death takes away. Well, fix the mind on guru or Krishna. You know, guru is representative of Krishna. So there's no difference. If you fix a mind on your guru or fix a mind on Krishna, it's going to be the same thing. The guru is representative of Krishna. You're thinking of Krishna. Okay. No problem.
Поскольку гуру представитель Кришны, то сосредотачиваясь или думая о гуру, поскольку он представитель Кришны, то это все равно, что сосредоточиться на Кришне, нет проблем. Yeah. Вот так. Спасибо. Thank you. Next question. Матаджи Халадини, ваш вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо большое за лекцию. Сегодня Гуру Махарадж говорил про важность отношений с преданными и что нужно служить преданным. И вот заметила, что как-то мало получается служить преданным. Они, наоборот, все хотят себе послужить. И вот что помогает увеличить вот служение преданным, как вот его взрастить в себе, вот это желание служить еще больше преданным. Хари Кришна. The question from Ajay Haladini. Thank you, Guru Maharaj, for your class. You mentioned today that very important is serving to devotees. And I see that devotees more want to serve me than I want to serve them because they are so eager to serve me. So how to make stronger desire to serve devotees, how to improve our service to devotees? Well, by being Krishna conscious, by our own practice of Krishna consciousness, by being enthusiastic to attend the program and take part in the activities, that is the best way to serve the devotees. By your own enthusiastic spirit, going out on Sankirtan, taking the Sankirtan party out, chanting the holy name, and distributing Krishna consciousness, coming for the programs, that is the best preaching, the best service to the devotees. Лучший способ служить преданным – это быть полными энтузиазма, это зажигать других своей духовной энергией. Для этого необходимо регулярно посещать программы, проповедовать, посещать, выходить на Санкиртану, повторять святые имена и быть в сознании Кришны. And being a humble servant, considering yourself always unworthy of service, and being ready to give service rather than to take service. Стараться быть смиренным слугой, больше находить возможности служения, нежели принимать служение. И всегда думать, как найти возможность послужить преданным больше. Right? So you may be a leader, but be a servant leader. Можно быть лидером, но при этом быть лидером слугой. Be a leader by your service attitude. You have that mood to be a servant. Можно быть лидером, при этом развивая настроение и привязанность к тому, чтобы служить в этом качестве. Okay. Спасибо, Хари Кришна. Yeah. Thank you, Хари Кришна. No more question, Guru Maharaj. Okay, so then we'll stop here. Thank you very much. So have a nice Govardhan Puja. Wish you all the best for Govardhan Puja and for Prabhupada Festival. Also, Disappearance Festival coming. Желаю вам отлично праздновать Говардхана Пуджу, а также день ухода Шилы Прабхупады, который скоро наступит.
Thank you, Guru Maharaj. Our congratulations too. Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Girirnaj Govardhan Mahotsava ki jai. Замечательный воин Гавардхана Махотсава. Бхакти Вигнанаш Нараси Мрадж Кичай. Да, спасибо, Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна Вайшнавы, примите поклоны, будем завершать конференцию.